Привет всем! Вы находитесь в рубрике «Английский с Югра Мегаспорт». Тема сегодняшнего выпуска – биатлон, biathlon. Биатлон – это зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки со стрельбой из винтовки. Сами спортсмены в биатлоне называются biathletes. В биатлоне используется свободный стиль передвижения на лыжах – freestyle. Многие из вас знают, что лыжи в английском называются skis, а палки, помогающие при передвижении – ski poles. Для стрельбы применяются винтовки rifle с минимальным весом 3,5 кг. Важная составляющая стрельбы – пули, называются bullets. Место, на котором биатлонисты стреляют в позиции лежа – prone position, и в позиции стоя – standing position, называется стрельбищем – shooting range. На стрельбище расстояние до мишеней составляет 50 метров. Какие же дисциплины существуют в биатлоне? Индивидуальная гонка – individual, спринт – sprint, гонка преследования – pursuit, масс-старт – mass start, эстафета – relay, смешанная эстафета – mixed relay, суперспринт – суперспринт. И добавим пару слов, которые также относятся к этой теме. Болельщики – fans, трибуны – stands, спортсмен – athlete, соревнования – competition. Тренер, coach. На сегодня это все. Учите английский вместе с Юрой Мегаспорт. И see you next time. Bye.